Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Слава, и это очередной влог. Сегодня мы с вами поговорим на такую тему, как спорт, который уходит. Я снимаю видео каждый день, нахожусь я в Южной Корее. Это челлендж 365. Итак, подписывайся на канал, жду абсолютно всех и поехали! Примерно 5 лет назад я начал смотреть вот эти все спортивные каналы, да, именно касающиеся накачки, там, физкультуры, там, бодибилдинга, там, да. И знаете, 5 лет примерно назад было очень много интересных каналов, которые на данный момент уже некоторые просто либо не работают, либо они поменяли абсолютно свою тематику, да. Ну, в смысле направления спорта, но уже совсем по другой теме. Некоторые каналы, которые дальше продолжают также работать, не набирают вот просмотр. Раньше, знаете, вот раз выходит там, да, как накачать спину, выходит там 300-400 тысяч, полмиллиона просмотров там, да. Люди обсуждают, лайкают, комментарии, да, вот там все ништяк там. Вот еще был такой канал, вот как, ну, был такой мужик, вернее, да, Денис Борисов. У него ролики шли очень долго, но они были очень информативными. Ну, я думаю, на мой взгляд, полезными. И многие фитнес-блогеры, можно сказать, его так хвалили, да? Был еще такой Михаил Прыгунов. Он, в принципе, до сих пор есть, но, честно говоря, я уже от него отписался. Он был в одном большом проекте, миллионники канал, да? Но потом ушел, как бы, да, потом ушел сам. Бросил бодибилдинг, перешел на другой вид спорта, там, да? И, ну, его ж не, как бы сказать, видео тоже уже начали давать мало просмотров, другая тематика, там уже больше, наверное, влога появилось, куда он поехал, как бы купил что-то дом, начал там ремонт, там, все дела эти. Был еще такой канал, вот, да, назывался он, блин, Maiden Evolution, что ли. Чувак вроде был с Алматы, я смотрел его все ролики, очень, как сказать, интересно было, да. Он больше такой, знаете, похож, то, что у него реально такая вот натуральная форма. Он показывал питание, тренировки, тоже парень шел, но почему-то, каким-то образом, по какой-то причине непонятной, он просто закрыл, то ли не то чтобы он закрыл канал, а просто он перестал выпускать ролики, причем очень давно. Сейчас мир, я так понял, ну, мы сегодня обсуждали с друзьями то, что спорт, люди меньше интересуются спортом, физкультурой, вот, всей этой тематикой, да, ну, потому что, в принципе, сейчас очень много развлечений, очень много доступа к другим каким-то, вот, да, ресурсам, вот, развлекательных больше, скорее всего, развлекательного контента. Многие каналы фитнес, да, вот перешли вот с бодибилдинга на бои, там, например, да, бои блогеров сейчас вот просто нереально вот бушуют и все смотрят, пощечины вот эти шапалахи, да, блин, очень тема развивается во всех странах, да, вот просто, я не знаю, вот просто человек подставляет лицо для того, чтобы его ударил другой. Знаете, хотелось бы сказать об одном очень интересном канале. Знаете, вот есть такой канал, называется он Арнольд Сталлоне. Там его самые такие четкие видео были о том, как накачаться дрищу. И что он говорит, то что люди, которые накачались, здоровые, вот эти пацаны, говорит, да, они не могут тебе рассказать, как накачаться, потому что они не могут, не были дрищами, да. Есть доля правды в его словах, да, но там вся суть была в том, что он худоватый такой, да, но у него нормальные такие банки, и он рассказывал о том, как накачаться. Но суть в том, прикол был, я его смотрел не потому, что он говорил там, как именно накачаться, а все был прикол в том, что мне было интересно, как он это рассказывает. Его подача, да, вот это вот харизма егошняя, да. Но, к сожалению, его момент в жизни перешел какой-то... Пришел какой-то переломный момент, он уволился с работы, и жизнь пошла как будто бы по наклонной. Он продал всю технику и выпускает ролики очень редко. И раньше он был такой, знаете, заряженный, вот прям позитивно такой чувак, но не знаю, что случилось в его жизни, но канал, к сожалению,
немного погас и по просмотрам тоже, хотя он выпускает ролики, но уже не спортивной тематики, потому что он как бы сказал, мне уже нечего вам показывать. Да, я как бы занимаюсь, как бы, но по ходу дела не его была просто тема. Но еще круче есть канал, называется ДНБ. Мужик вроде начал примерно около что-то 4 лет назад. Снимает он в основном касающуюся тему спортивной тематики, как накачаться в домашних условиях. У него на канале 3000 подписчиков. Знаете, вот да, он не развился, но он как бы сказать не спрогрессировал. Он не улучшил свет, монтаж, там, да, подачу. Все то же самое. Я вот просмотрел старые его ролики. Но что мне в нем нравится, мужик просто дальше снимает свои ролики. Просто дальше снимает, и не видно печали особой в его глазах. У него были, кстати, травмы, о которых он подробностью все рассказывает, проходит операции, рассказывает, что почем, где, что сделали, по питанию рассказывает. У него абсолютно натуральная форма, по нему, вот если вы... Я оставлю, кстати, ссылку именно на его канал, обязательно посмотрите. Можно даже поугарать. Вот, знаете, у него пропорция, не то что пропорция, а количество лайков и дизлайков почти иногда одинаково, но дизлайков иногда даже больше. Но знаете, там, я так понял, что люди на него все же подписаны, которые именно дизлайкают, но им не нравится видео, им есть что, как бы сказать, похейтить, но все равно люди подписаны, смотрят его. Ну, мужик просто дальше делает свое дело, занимается несмотря ни на что. И это мне в нем понравилось, что он не забросил свой канал, не удалил его. В течение 4 лет он продолжает снимать ролики. Знаете, у него есть чему поучиться. Именно, знаете, постоянство. Именно постоянство, не бросить свое дело. Дальше заниматься. Как минимум он 4 года занимается уже. Занимается и снимает влоги. Я также перениму у него этот скилл, эту способность не бросать свое дело. Но я постараюсь улучшить его. Но все же продолжу снимать какие-то ролики по физкультуре. Сам не заброшу заниматься. И максимально постараюсь, пока мои ноги ходят, руки двигаются, голова соображает, буду заниматься. Дорогие друзья, желаю вам такого же упорства, не бросать своего дела во что бы то ни стало, какие бы трудности вас не настигли. Занимаемся. Всем удачи, здоровья и, конечно же, физкультуры.